Добрый день, дорогие подписчики! Это видео я хочу снять для тех, кто собирается в отпуск на остров Корфу. Корфу знаменит своей роскошной природой. А одно из самых красивых местечек на острове – это деревушка Леопатос и ее окрестности. Эту деревушку окружают апартаменты, отели и виллы, которые подойдут для семейного отдыха и для тех, кто любит спокойный, созерцательный отдых. В деревушке красиво, уютно и тихо. Но вот для тех, кто не любит просто скучать в отелях и обожает пешие прогулки по горам, здесь настоящий рай. Леопатос окружает чистейшие бухты с соединенными дикими пляжами, которые располагаются здесь повсюду. И об одной из таких бухт я хотела бы вам рассказать. Называется эта бухта Равиния Бич. Сейчас я покажу ее фотографии. Вот такая прекрасная бухта Равиния Бич располагается неподалеку от Леопатоса, всего в 10-15 минутах ходьбы от него. Чтобы достичь этой бухты, вам нужно пройти путь по горам. Сейчас, пока вы смотрите фотографии, я загружаю карту. Я вам покажу, как можно дойти из бухты Леопатос по горам до этой бухты Равиния. Вот как раз загрузилась карта. Итак, мы начинаем свой путь из бухты Леопатос и идем все время вверх по грунтовой дороге, по тропинке, мимо машин, мимо вилл, вот, которые указаны на сайте, и достигаем следующей точки, которая обозначена красным кружком, это вилла Бирлис. Я думаю, что вы не ошибетесь и найдете эту виллу. Вот. Если что, вы всегда можете спросить у местных дорогу. Дальше вы проходите мимо этой виллы и дальше чуть-чуть пройдите прямо, и справа от вас будет большая грунтовая дорога, на которую нужно будет свернуть. Эту дорогу я отметила красной жирной линией. Итак, вы по ней идете совсем недолго. Справа от вас будет еще одна вилочка частная, и после этой вилочки начнется такая узкая дорожка. Вот она на фотографии. Вам нужно свернуть на нее. Итак, вы сворачиваете. По этой дорожке вам нужно идти совсем недолго. После этой дорожки вам уже будут открываться такие вот великолепные виды моря. Дальше вы уже будете продолжать путь все время вниз. По пути у вас будет вот такой забор слева от вас. Вы спускаетесь по этой тропинке вниз. И все, уже буквально через 2 минуты вы увидите пляж Равиния. Он откроется вам во всей своей красоте. На отдаленном конце пляжа расположена пещера. Она такая совсем небольшая, но все равно вам будет интересно в нее заглянуть. Итак, если мое видео показалось вам интересным, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Ну а я желаю вам приятных путешествий по острову Корфу. До новых встреч!